Меньше совершенных преступлений, больше профилактики. Витебская милиция подводит итоги своей работы за 2014 год. Ожидать ли белорусам эпидемии гриппа в этом сезоне? Комментарии дают специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. В Витебске родился настоящий богатырь. Итоги своей работы за 2014 год подвели педагоги Предвинского края. Укрепление кадрового потенциала, повышение качества образования и воспитания детей, рост экономической эффективности – эти и другие вопросы обсуждались на коллегии управления образования Витебского облсполкома. Одна из основных задач системы образования – эффективное и целевое использование финансовых ресурсов, жесткий режим экономии. Так, в минувшем году высшие, средние, профессионально-технические учебные заведения и общеобразовательные школы Витебщины самостоятельно заработали 409 миллиардов рублей, оказывая платные услуги. Кроме того, системой образования региона успешно освоены все денежные средства, выделенные из бюджета на развитие данной сферы. Из 3 триллионов 390 миллиардов рублей, которые были запланированы на содержание системы образования, все эти денежные средства, они полностью истрачены. То есть мы все денежные средства получили. То, что для нас очень важно. Второй момент, о котором я хотел бы сказать. 309 миллиардов рублей у нас пошло на укрепление учебно-материальной базы. Это тоже очень хороший показатель. Ну и 104 миллиарда рублей пошло на новое строительство учреждений образования. Мы в прошлом году купили 32 автобуса для подвоза детей, и сегодня у нас уже подвозят детей 240 автобусов Витебской области. Система общего среднего образования Витебской области работает эффективно. В минувшем году было закуплено оборудование для кабинетов физики и химии, компьютерная техника. К слову, к скоростному интернету уже подключена большая часть школ Предвинского региона. Наблюдается также положительная динамика в повышении качества образования. Об успехах витебских школьников свидетельствует тот факт, что в минувшем году ребята привезли с республиканских предметных олимпиад 91 диплом. Еще один диплом победителя получила витебская школьница на международной олимпиаде по информатике. Что касается педагогических кадров северного региона, то почти 80% из них имеют высшую и первую квалификационные категории. Витебчане достойно представили нашу область на смотре конкурса профмастерства «Учитель года». В копилке наших педагогов 3 призовых места. Однако наравне с достижениями и успехами в педагогической отрасли Предвинья имеется и ряд недостатков, устранить которые необходимо уже в ближайшее время. Конечно, нам хотелось бы, чтобы больше денежных средств выделялось на материально-техническую базу. Нам надо очень серьезно работать сегодня по обновлению компьютерной техники. Сейчас уже новое оборудование, новая компьютерная техника, которая далеко шагнула. У нас еще в отдельных школах есть компьютеры и 7-летней, и 8-летней давности. Это надо все менять. Конечно же, и мебель, конечно же, интерьеры, которые надо менять сегодня в учреждениях образования. Мы в этом плане работаем, но я думаю, что это недостаточно. На заседании обсуждались и главные направления воспитательной работы. Подростковая преступность в целом по области снижается. От школы требуется улучшить содержание 6-го учебного дня, побольше занимать детей интересными и полезными делами во внеурочное время, расширяя тем самым спектр общеобразовательных услуг. В системе профессионально-технического и высшего образования необходимо обратить внимание на профилактику нарушений в общежитиях, организацию культурно-спортивного досуга учащихся и студентов. В Управлении внутренних дел Витебского облсполкома прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги работы органов правопорядка в минувшем году.
Начальник областной милиции Игорь Евсеев отметил положительную динамику в реализации государственной программы по усилению борьбы с преступностью. В частности, в 2014 году улучшилась раскрываемость преступлений по линии уголовного розыска. Увеличилось количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Коснулась эта болезнь и Витебской области, наличие открытости границ, поступления данных наркотиков с Российской Федерации. 1,5 килограмма мы забрали таких курительных смесей. Из 70 преступлений по линии наркоконтроля, 50 преступлений – это именно вопросы, связанные со спайсами. 89 крупных партий в целом наркотиков мы пресекли и изъяли 18 килограмм 733 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Сегодня практически все наркоторговцы реализуют свой смертельно опасный товар посредством сети интернет. Поэтому помощь в борьбе с наркодельцами оказывают и специалисты отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий. Выходим на эти магазины, и распространяют они наркотики не только, как последние факты задержания говорят, в городе Витебске, а также в соседнем Могилеве. Мы туда выезжали в командировку, находили вот эти тайники, делают закладки как в подъездах домов, где-то почтовые ящики, батареи, вазоны с цветами стоят. Вот. Было около более 50 закладок таких сделано жителям города Витебска. Мы это все пресекали. В списке преступлений первое место, как обычно, занимают кражи. Правоохранители говорят, что многих случаев можно было бы избежать, если бы граждане внимательнее относились к своему имуществу. Основными причинами преступности, по мнению милицейских аналитиков, остаются злоупотребление спиртными напитками, безработица и принципиальное нежелание определенной части населения заниматься трудовой деятельностью. Часть раскрытых преступлений были совершены лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. С помощью рейдов и плановых засад будут бороться с черными копателями в Витебской области. Это мера вынужденная, ведь в 2014-м у любителей нелегальных раскопок было изъято более 500 единиц оружия. В целом же количество совершенных преступлений в Витебской области уменьшается с каждым годом. В минувшем году в регионе было совершено 10 930 преступлений. И это на 10% меньше, чем в 2013-м. Согласно результатам мониторинга общественного мнения, самый высокий уровень доверие населения к работе милиции у жителей Лепельского района, а самый низкий – в Полоцке. Доверие зависит от профессионализма людей в погонах, а от них – уровень преступности в регионе. Противоправное поведение несовершеннолетних, профилактика и организация коррекционной работы. Так называлась конференция педагогических работников учреждения образования Октябрьского района, которая прошла на базе школы номер 28. Заместители директоров по воспитательной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи, классные руководители обменялись опытом решения многих актуальных вопросов. Проблемное поле конференции выбрано совсем не случайно, потому что вот 2015 год в нашей стране он объявлен годом молодежи. А решение общенациональной нашей задачи – это формирование здоровой нации, в первую очередь связано с решением проблем молодежи. Современная молодежь сейчас сталкивается с большим количеством опасностей. То есть вот мы имеет место распространение наркотических веществ в молодежной среде, распространение пьянства, алкоголизма. И далеко не каждый молодой человек готов отвечать за себя и за свои поступки. Вот. Но, и, конечно, вот особую тревогу вызывает распространение спайсов. За небольшой промежуток времени, вот за последнее время в республике от употребления спайсов умерли уже десятки молодых людей. Вот. Это наша общая боль, и это означает, что мы должны работать на упреждение, на профилактику. Вопрос профилактики асоциального поведения несовершеннолетних чаще всего становился темой докладов. Что же касается самой ситуации, участники конференции отметили, что в этом направлении наметились положительные тенденции. Пример тому – школа номер 44. В прошлом году в сентябре на учете состояло 8 учащихся, совершивших противоправные действия. К концу учебного года их стало вдвое меньше. Анализируя свой опыт, педагоги делают вывод – для упреждения противоправного поведения подростков усилия должны объединить и школа, и семья, и правоохранительные органы. Школа, конечно же, одна не справится, поэтому еще акцент большой – это работа с родителями. А в нашей школе работает семейная гостиная, называется «Мамино сердце». И каждый месяц мы приглашаем родителей семей СОП, иногда и ДНщиков, и проводим различные мероприятия. Также
различные, у нас проводятся семейные праздники регулярно также. И ежемесячно, естественно, совет профилактики, на которых, конечно же, приглашаются родители учеников, которые совершили либо противоправное происшествие, либо которые состоят на учете в СОП, и с ними проводится также не только работа заочно-воспитательной, но и наша личная, и педагог-психолога, и педагого-социальная, общей службы. По итогам работы конференции будет издан методический сборник статей. Его материалы станут хорошим подспорьем в профилактической работе с несовершеннолетними. В Витебске родился мальчик-богатырь. Вес новорожденного Андрюши 6 килограммов 190 грамм. Рост 59 сантиметров. Это уже третий ребенок в семье Сахаровых. Дома его ждут братик и сестричка. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. С начала этого года в Витебском областном клиническом родильном доме появились на свет 123 малыша. А вот такие богатыри рождаются нечасто. В истории нашего родильного дома пару лет назад это был малыш весом 5 килограмм 800 грамм. Тоже в канун новогодних праздников женщина рожала. Это был самый большой малыш. Если брать по статистику города Витебска и Витебской области, в прошлом году был около 6 килограмм ребенок, рожденный в больнице скорой медицинской помощи. Всего с начала года в нашем родильном доме в этом году родилось около 55% малышей. Это у женщин, которые повторные роды. Из них 38% – это женщины, которые второй раз стали мамой. 14 женщин – это которые пришли третий раз за ребеночком. За пятым ребенком пришли 4 женщины. Эпидемии гриппа в этом году может не быть, считают в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. На сегодняшний день несколько лабораторных подтверждений случаев вируса зафиксировано, но их специалисты называют единичными. В основном заболеваемость соответствует прогнозу и представлена вирусами негриппозной этиологии. Поликлиники работают в обычном режиме. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на тех же показателях, что и в прошлом году. Резких подъемов мы не отмечаем. Небольшой подъем есть острых респираторных вирусных инфекций, но он происходит всегда в этот эпидсезон, в зависимости от погодных условий. Вот. Но саму эпидемию гриппа планируем так, в феврале, конец января-февраль, в общем-то, пока мы тоже не отмечаем. И, в общем, надеемся, что ее и не будет, потому что население наше привито, 40% населения профилактическими прививками против гриппа. Поэтому надеемся, что это даст свой эффект. Благоприятная обстановка сложилась во многом благодаря своевременно проведенным профилактическим мерам. Так, в предэпидемиологический сезон было привито 496 740 человек, что составило 41,32% всего населения области. Люди прививались из двух групп: групп риска развития осложнений и группы риска возникновения самого заболевания по роду своей деятельности. Вот, привиты медицинские работники, лица сферы обслуживания, больные, страдающие хроническими заболеваниями и так далее. Я обращаю внимание, что именно вот этот способ профилактики является наиболее надежным, наиболее эффективным и результативным. Практически привитые защищены. Даже если в некоторых случаях и возникает заболевание, то оно протекает без осложнений. А это самое главное. Мы знаем, что грипп опасен именно своими осложнениями. В период сезонного подъема заболеваемости высока роль и личной профилактики. Она начинается со здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Тот, кто опасается заразиться вирусом, должен помнить простые правила. Чаще бывать на свежем воздухе и по возможности избегать тесных замкнутых помещений, потому что грипп передается именно при тесном контакте. Еще используются и медикаментозные средства профилактики. С этой целью может человек обратиться в поликлинику к своему врачу и проконсультироваться по данному направлению. Это, как правило, используются витаминные препараты, которые способствуют повышению неспецифической резистентности организма в отношении вот вирусных инфекций, в том числе вируса гриппа, а также препараты, которые являются противовирусными, такие как арбитол, арбидол, ремантадин, оксалиновая мазь, которая способствует элиминации или удалению при попадании вируса в организм. И, конечно, доктора настаивают, если вы все-таки заболели, воздержитесь от походов на работу. А своевременное обращение за медицинской помощью для назначения адекватного лечения поможет вовремя провести терапию и избежать неприятных последствий.